в свое время подвергались проверкам. Но в свете действующего законодательства с 2016 года эти проверки прекращены в целях поддержки малого и среднего бизнеса. Но профилактическая работа, она проводилась. И приводя в пример прошлый год, в октябре прошлого года, все равно знаю, в Московской области тоже произошел крупный пожар на торговом центре Синдика. Главным управлением было инициировано и активно поддержано администрацией области проведение на безвозмездной основе всех собственников аналогичных подобных учреждений. Мы от себя направили в адрес всех собственников, в том числе, которые вот сейчас все будут проверяться, письма с предложением провести такие проверки без вынесения каких-либо карательных мер, наложения штрафов и так далее. Кто-то откликнулся, кто-то нет, но общий фон этой акции, скажу так, что активность отдельных собственников хотелось бы ожидать, чтобы она была более активна. Можно более предметно все-таки? Кто откликнулся? Откликнулись такие районы в большей степени, как Ярцево и Вязьма, но по городу Смоленску, причем было предложено провести и проверки, и инструктажи. К сожалению, собственники объектов Смоленска, уже перечислены, ограничились только инструктажами, беря на себя полную ответственность и говоря о том, что у нас все в исправном состоянии и действует и работает так, как оно должно быть. Но в этом мы в скором времени убедимся, и никто тут, информация будет совершенно прозрачна.